Всем привет! Вы на канале магазина Fulmar, и сегодня у нас обзор новых 5 сквиши. Это 2 гигантских мороженых. Одно шоколадное с орешками. Ну, мне так кажется, зеленый цвет, что это фисташка. Это у нас супер термоядерная черничная. Очень мягкая на ощупь и легко обратно возвращает свою форму. Прямо так клево держать его в руках. Было бы классно, если бы оно было настоящим. Итак, посмотрим, кто быстрее из них вернет свою форму. И бумс! Тен-тен-тен-тен-тен-тен-тен. Ставлю на фиолетовый. Я думаю, одинаково. Дальше это 2 кругленьких яичка. Но на самом деле это птенчик. Птенчик Бобби, назову я его так. И сова. Сова, у которой рожки в виде сердечек. Пахнут они абсолютно одинаково. И я думаю, также одинаково быстро вернут свою форму. Мне больше всего нравится сова. Она такая нежненькая, сонная. Особенно осенью хочется спать. Думаю, такой антистресс будет всем по вкусу. Ну и, конечно, розовенький любимчик – это киса, которая поймала рыбку. Кстати, по ощущениям, вот это самый мягкий, но он просто самый маленький, и, наверное, поэтому в руке он кажется мягче. Оставляю ссылку в описании, где эти сквиши вы можете заказать. Оставляйте промокод по телефону или в комментариях к заказу YouTube и получайте скидку 5%. Пока-пока!